партнеры. Ребята, как настроение? Давайте по 10-бальной шкале проверим наш звук, наше настроение и видны ли слайды и видно ли меня, друзья. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале. Замечательно, идут десятки, настроение у всех прекрасное, маленько зарядились, да? Ребят, я думаю, после такого ролика станет понятно, да, что мы сегодня можем вообще что-то изменить в своей жизни. Главное – это наше желание, наши мечты, наши цели и вообще понимание, а куда мы идем, друзья. Меня зовут Владислав Чепиряков, я являюсь бриллиантовым партнером нашей замечательной компании «Skinny Boutique», о чем сегодня и пойдет речь, друзья. Но я хочу особо поприветствовать сегодня новеньких участников сегодняшней конференции, тех людей, которых пригласили сегодня вот на эту замечательную конференцию. Друзья, если такие люди есть, пожалуйста, поставьте единички, чтобы мы вас особо поприветствовали, потому что, чтобы вы всегда были первыми по жизни, друзья, чтобы вы стали победителями. Пожалуйста, если такие люди есть, поставьте единички. Вижу, замечательно. Ребята, я буду сегодня говорить от имени тех людей, которые вас пригласили вот на эту конференцию. То есть считайте, что это ваши друзья вам сегодня будут вещать, ну, только в моем лице. Замечательно, друзья. Я уверен и убежден, что мы сегодня собрались, ребята, и у нас сегодня есть либо причины, либо огромные мечты и цели. Я думаю, что вы сегодня тоже находитесь в поиске, как мы когда-то находились тоже, искали что-то сегодня лучшее, какую-то возможность, которая может изменить нашу дальнейшую жизнь. Так вот, друзья, именно об этом я и хочу с вами сегодня поговорить и показать вам, ребят, другой мир, приоткрыть вам дверь и скажу вам, хватит стучаться в закрытые двери. Я вам приоткрою дверь, в которую можно зайти, войти и жить, ребята, по-другому. Изменить свой род, изменить свою жизнь, нужно только поверить в себя. Я вам покажу, друзья, надежный, перспективный и долгосрочный бизнес, который вообще ничего не имеет общего с какими-то пирамидами, лохотронами. Но вначале, друзья, очень важно разобраться вообще, где мы сегодня находимся и куда мы хотим пойти, да? Вообще, какие у нас планы на жизнь, какие у нас мечты, какие есть причины вообще жизненного потока Роберта Киосаки. Кто не читал, поставьте минус. Ребята, чтобы я понял, что есть такие люди, и мне нужно просто пояснить, что вообще это такое. Замечательно, идут минусы, я понял, что многие люди не читали. Так вот, друзья мои, послушайте внимательно. Возьмите обязательно ручки, возьмите листочки или тетради, и обязательно записывайте какие-то вопросы, что непонятно. Или записывайте ответы, потому что по ходу конференции у вас будут приходить много ответов на многие ваши вопросы. Так вот, друзья, посмотрите на слайд. Перед вами квадрант денежного потока. Ребята, он состоит из четырех квадрантов. Есть левая сторона квадранта, есть правая сторона квадранта. Называется квадрант денежного потока. Так вот, друзья, в этих четырех квадрантах вращаются все деньги мира. Все, ребята. Так вот, есть верхняя часть, левая верхняя часть квадранта, это РЭ, да, квадрант рабочих, наемных рабочих, ребята. В этом квадранте находится основная масса людей, которые работают на цели и мечты других людей, ребята. Таких людей, поверьте, это 80% минимум в этом квадранте находится. Они осуществляют цели, мечты других людей и никогда, ребята, не верят в то, что они могут жить по-другому. Им в этом квадранте всегда им диктуют, сколько они стоят. В этом квадранте люди всегда зависимы от работодателя, который назначает, какая будет зарплата, когда будет выходной день и когда будет отпуск, друзья. Книга называется «Квадрант денежного потока». Запишите, пожалуйста. Роберт Киосаки «Квадрант денежного потока». Значит, друзья, вот очень грустно мне становится, кто находится, конечно, это основная масса людей в этом секторе. Друзья мои, с 11 лет когда-то я работал, начал свою трудовую деятельность, я тоже находился в этом секторе. Но когда я пришел с армии, уже пролетело, ребят, одним щелчком пролетает наша жизнь. 23,5 года, как я вернулся с армии, это был 91 год.
Друзья, я принял решение не работать на дядю, не работать на то, что где мне будут диктовать и как марионетку меня использовать. Ребят, нет, это путь в никуда, я вам скажу. Вот кто сегодня находится в этом секторе, поставьте, пожалуйста, двоечки, чтобы я понял, что такие люди есть. Основная масса людей, ребята, находятся наемные работники. Поставьте, пожалуйста, если есть такие люди, двоечки. Да, ребят, есть. Так вот, именно для вас я и буду показывать сегодня. Наверное, альтернативы, ребята, поверьте мне, нет. Потому что 95% населения планеты Земля сегодня может использовать ту возможность, о которой я вам буду говорить. Но это чуть позже. Давайте с вами перейдем в сектор S, друзья. Сектор собственников своего малого бизнеса, друзья. Вот здесь я находился, ребят, 20 практически лет я находился в этом секторе. И поверьте, друзья, в этом секторе очень большие риски. Очень большие риски. Я думаю, немногие захотели бы перейти именно из сектора рабочих в этот сектор. Потому что, друзья, начать какое-то дело, например, открыть магазин или открыть ресторан, это нужны большие вложения. Придется, наверное, если нет стартового капитала, то, конечно, придется брать кредиты. Ребят, я в свое время это все прошел и, конечно, брал в банке кредиты, рисковал и, конечно, поднимался и несколько раз разорялся, друзья. Так вот, здесь могут находиться еще люди, например, юристы, да, которые сегодня могут свои услуги за деньги продавать. Но, ребят, я вам скажу одно. Кто находится в левом секторе, это самые бедные люди на планете Земля. Это люди, у которых нет никогда свободного времени. То есть, ну, если у сектора R еще есть, после работы пришли, что у них в доме, да, это телевизор, как правило, это диван и кухня, все. А вот они в этом треугольнике, они и вращаются. Так вот, друзья, кто находится в секторе S в малом бизнесе, малой модели бизнеса, друзья, это не они владельцы бизнеса, друзья, бизнес имеет их, я вам так скажу. Их бизнес имеет, а они имеют головную боль. Вот это точно, потому что я, друзья, поверьте, это все прошел. Но я вам хочу рассказать, ребята, и показать вам простой путь. Поверьте мне, друзья, сегодня проще, доступнее, и нам с вами очень крупно повезло, что мы родились вообще в это время. Во время, когда есть интернет, когда есть возможности, ребят. И наша с вами задача это понять, а вообще куда я иду в жизни, что я хочу, и ради чего я буду что-то делать? Если у меня сегодня огромная мечта, которую я хочу осуществить. Так вот, друзья, посмотрите на сектор правый, да, верхний правый сектор это Б. Большой бизнес, ребята. И я вам сегодня буду рассказывать о бизнесе, ребят, большом бизнесе, крупном бизнесе. Но это бизнес системы. Конечно, друзья, кто-то пугается слов «бизнес», да, кто-то думает, вау, бизнес – это нужны большие вложения. Ребята, послушайте меня, в нашем бизнесе, о котором я вам буду говорить, наши вложения ничтожно малы. Я вам сразу скажу, они не превышают $200. Ребята, $200, даже я скажу не в бизнес, друзья, а в свой род, в свое будущее, в своих детей, в своих правнуков, ребят, внуков, вот во что мы вкладываем $200. И наша задача, если у нас на самом деле сегодня есть с вами мечта огромная, если есть цель, да, и она нас возбуждает, у нас есть, для нас она действительно важна, ребята, но у нас нет путей реализации вот этой мечты и цели. Друзья, я вам скажу, наше предложение, наш бизнес для вас, потому что другой альтернативы просто нет. Я вам буду рассказывать, ребята, о компании Skinny Boutique, которая находится в сетевой индустрии. Ребята, вы не ослышались. Я вам скажу, сетевой маркетинг, прямо напрямую. Я сегодня горжусь тем, что занимаюсь этой величайшей возможностью для человечества. Ребята, я сегодня горжусь тем, что я поднимаю людей просто из болота, из говна. И делаю их счастливыми. Я им сегодня показываю путь, ребята, который они могут пройти. Путь простых людей, ребята, которые становятся сегодня миллионерами.
я не побоюсь этого слова, миллионерами. Кто-то в рублях, кто-то в долларах, ребята. Поверьте мне, что сегодня этот путь для простых людей. Ну давайте скажем сразу честно, друзья. Все ли смогут здесь стать мультимиллионерами? Все ли смогут стать миллионерами, друзья? Я вам скажу честно, нет. Я вам скажу честно по одной причине. Не каждый человек в это поверит, ребята. Бизнес, честно скажу, для всех, но не каждый для этого бизнеса, друзья. Почему так? Потому что этот бизнес, ребята, о котором мы вам говорим, сегодня я буду рассказывать, это бизнес системы. Здесь нужно убрать весь мусор из головы, здесь делать простые действия, которые вам дают успех, ребята, которые действия приближают вашу мечту. Но многие люди по какой-то причине, ребята, этого не делают. И есть несколько причин, друзья, несколько причин, почему люди никогда не станут богатыми людьми. Первая самая причина, они просто об этом не думают. Особенно это кто находится в секторе R, рабочих. Они просто не мечтают об этом. Они никогда не задумываются о том, что они могут стать свободными. Они могут стать богатыми людьми. Ребята, но если вы об этом не думаете, да, то как вы можете стать богатыми? Конечно, никак. Вот, то есть это основная причина. Ну, я вам скажу, друзья, вторая причина, люди не принимают решения. Не принимают решения менять свою жизнь. Вот это, ребят, самый большой риск, который может вас подстерегать. Я вам покажу систему, поверьте, вообще где нет риска. Система, ребята, надежна и она предсказуема. Она просчитана на 100%. Я вам такую систему покажу. Но если, друзья, этот путь, которым нам необходимо пройти, он известен, друзья, что еще нужно? Какие могут быть еще сомнения, какие могут быть страхи? Да? Ну, если уже человек видит, что он делает, что он получает и как он может осуществить свою мечту. Друзья, скажите мне, риск возникает когда? А когда человек не знает, куда он идет и что ему нужно делать. Согласны со мной? А в нашем случае, ребята, риска нет, потому что мы показываем системный бизнес, систему. Вот об этом, ребята, пойдет речь. О секторе Б. Мы сегодня направляем людей, ребята, в этот сектор. Сначала, да, друзья, нужно создать этот бизнес, создать бизнес. Но у нас есть, ребята, готовая бизнес-система. Готовая бизнес-модель для простых людей. Начать бизнес, я вам сказал, может абсолютно любой человек. Следующий в нижний сектор. Ребята, у кого первый слайд, это просто вы зашли с опозданием. Сейчас я обратно перелистну, у вас появится следующий слайд. Нижний сектор, друзья, это сектор инвесторов. Так вот, друзья, я вам скажу, кто находится в правой стороне квадранта, это люди 5%. 5% на планете Земля, которую владеют 95% всех богатств на планете. Кто находится в левой стороне квадранта, это 95%, но они владеют всего лишь 5% всех богатств. Поэтому, друзья, давайте сегодня определимся, куда мы с вами идем. Я вам скажу, что нас всех сегодня объединяет, ребят. Нас объединяет одно. Каждый из нас всегда в глубине души имеет вот эту надежду, имеет мечту, и сегодня у него есть желание жить лучше. Любой человек, ребята, просто многих зомбировали, многих вот эта система государственная других стран, нашей страны, ребят, делает людей рабов. Вот услышьте меня, пожалуйста. Еще Гитлер говорил, друзья, хорошо тому правителю, у которого народ не умеет мыслить, друзья. Конечно, управлять людьми, которые дураки, которые не умеют мыслить, очень легко. Я думаю, вы со мной согласитесь. Еще раз перелистну слайд, и у вас, Ольга, все появится. Значит, друзья, я вам скажу, что если человек дурак, ну, это плохо, ребят. Но если бедный дурак, то это уже совсем плохо. Но если дурак бедный, да еще и больной, ребята, то я вам скажу, что это уже все, это предел, конец.
Поэтому давайте с вами сегодня менять мысли. И где мы сегодня находимся, подумайте, друзья. Хочу ли я сегодня что-то менять? Хочу ли я вообще быть свободным человеком? Я, ребята, вам сегодня покажу бизнес, куда я пошел только ради того, чтобы я хочу быть свободным. И я знаю, вокруг меня миллионы людей об этом мечтают. И моя задача показать им эту возможность. Ваша задача, ребят, то же самое. Принять от ваших родных, близких, кто вас пригласил сегодня на эту конференцию. Это бизнес, ребята, доверия. Это бизнес отношений. Вот тогда он строится очень легко и быстро. Ребята, его построить быстро, это легко. Но когда люди начинают в своих мыслях грузиться, начинают сомневаться, начинают бояться чего-то. Ребят, значит, вы чего-то недопонимаете. Все страхи и сомнения возникают, когда человек чего-то во что-то не вникает или чего-то не знает. Мы вам все это говорим. Поэтому, друзья, есть еще в секторе в четвертом, это инвесторы. В него входят уже люди из сектора Б, потому что в рабочем, ребята, когда им не хватает на жизнь, они залезают в кредит, и переходить в сектор инвестора, это очень сложно. И также и малому бизнесу, постоянно там нехватка денег. Всех накормишь вокруг, а себе уже то, что осталось. Поэтому, друзья, давайте с вами начнем. Я вам покажу, ребята, возможность иметь сегодня дома, иметь виллы, иметь машины, то есть осуществлять свои мечты. Кто мечтает о таком доме, ребята, или о своем доме, мечты, ребят? Есть такие люди, которые мечтают сегодня переехать в дом, своей мечты. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, или я просто напишите. Супер, ребят. А кто любит путешествовать? Я вам показал слайд, да, нашей семьи, которые любят путешествовать по миру. И мы, ребята, постоянно будем путешествовать, потому что кто сегодня не путешествует, тот и не живет, друзья. Не помню, кто сказал, что мир, ребята, это книга. И кто не путешествует, тот читает только одну лишь страницу этой книги. Поэтому очень важно, ребята, смотреть, какой мир прекрасен, смотреть, что есть просто другие культуры, обмениваться. Когда вы приезжаете, вы общаетесь с другими людьми, вы обмениваетесь культурой. Ребят, для меня это очень-очень важно, да, смотреть, как мир прекрасен. Есть такие люди, замечательно. А кто, друзья, мечтает о какой-нибудь яхте? А кто мечтает о катере, но не знает, ребята, как сегодня раздобыть денег? Как сегодня осуществить вот эту мечту? Есть такие люди? Есть, Юра, замечательно, Мария, супер, ребята, Адина. Вот, ребят, вот об этом и пойдет речь. Ну, а кто мечтает о машинах, ребят? Кто мечтает о машине своей мечты? Есть такие люди, у кого есть мечта сегодня машина. Машина, которая их будет всегда зажигать, ребят. Есть такие, замечательно. Так вот, друзья, все это может вам, поверьте мне, ребят, дать сегодня компания Skinny Boutique. Почему, ребята, эта компания? Поверьте мне, на рынке тысячи-тысячи других компаний. Ребят, очень много компаний, но, ребят, не в каждой компании даны такие комфортные условия, как в компании Skinny Boutique. Не в каждой компании простой человек может повторить вот эти действия, которые позволят ему жить по-другому и осуществить его мечту. Не в каждой, ребята, компании, поверьте мне. Но я вам расскажу, ребята, что в этой компании каждый из нас, кто сегодня примет решение и начнет действовать, и действия, ребята, будут простые. Главное, ничего не изобретать. Делать то, что вам говорят, по системе, ребята. Система простых шагов. Ребят, вот в этом заключается секрет нашего бизнеса. Секрет простых шагов, которые могут повторить огромное-огромное количество других людей. По всему миру, ребята, еще один плюс. Наш бизнес международный. Строится он глобально по всему миру. Ребята, компания называется Skinny Boutique. Расшифровать можно как уход за стройным телом. Ее основателем является Бен Глински, друзья. Бен Глински, он основал эту компанию 20 января 2011 года, то есть в 2015 году, 20 января, будет, ребята, уже 4 года компании.
И она полтора года, друзья, хороший показатель, что она не выходила с внутреннего рынка Америки. То есть она сначала себя показывала внутреннему рынку. Ребят, Америка, вы знаете, это там, где всегда зарождается бизнес. Тем более бизнес сетевого маркетинга. Конечно, наша компания с такими монстрами, как другие компании, их много, замечательно, ребят. Я очень, ну, знаю эти компании, потому что я сам прошел школу. Например, компания Amway. Я очень благодарен за то обучение, за ту возможность изменить мысли, ребята, и понять, что есть просто другой мир. Поэтому, друзья, наша компания, она себя позиционировала, показала, и у нас есть, ребята, сегодня фундамент бизнеса, компании. У нас бизнес, ребята, фундамент состоит из нас, из людей, которые хотят изменить свою жизнь, которые хотят изменить вообще род свой, да, и вообще что-то, что, или у них есть причины. Ребят, причины какие? Ну, многие из вас, я думаю, вы со мной согласитесь, это люди, которые в кредитах. Потому что 80% людей уже подсажены вот на эту иглу, кредитную иглу, ребят, как наркомана подсадили, и очень трудно с нее спрыгнуть. Но мы, ребята, показываем возможность, и я вам скажу, те люди, мои партнеры личные, вы знаете о них, да, например, заходили, Женя заходил с минусом под миллион, ребята, миллион минус там был кредита. Человек через 5 месяцев уже покупал квадроциклы, заходил в автосалон, покупал Nissan Murano с автосалона. Ребят, все. Вот это очень важно. Сегодня каждый из нас. Человек, допустим, которого я очень ценю, вот эту девушку, да, 28 лет, ребята, Наташу Галкину, которая вообще, когда с ней разговаривал, она была очень с заниженной самооценкой. Человек, который говорил, что у меня не получится. Человек говорил, что я не смогу. Я не умею вообще общаться с другими людьми. Ребята, этот человек сегодня уже купил не одну квартиру, путешествует, я не знаю, машину купили. То есть их жизнь изменилась. А когда-то эти люди жили на 6-8 тысяч рублей. Ребят, меня вот это радует. Я просто кайфую от того, что сегодня мы показываем людям, как изменить свой род, как изменить свою судьбу. Вот это важно. Ну а фундаментом, ребята, нашего компании, да, является продукт. Это не фундамент нашего бизнеса, это фундамент компании. И я вам, друзья, сразу скажу, чтобы вы были предпринимателями, вы были бизнесменами. Меня вот этот бизнес, ребята, мое видение, это как бизнес-возможность простому человеку начать зарабатывать, избавиться от дистрофии кошелька и жить по-другому. Ребята, я никогда не смотрел на продукт, я смотрел на возможность, что предоставляет мне компания. И что предоставляет сегодня, какую идею говорит Бен. Ребята, идея простая. Какую идею дал Бен? Идею того, чтобы люди были сегодня здоровы, были молоды, выглядели моложе и были, конечно, финансово независимы. Вот, ребята, потому что каждый человек в своей жизни он стремится к счастью. А как раз слагаемое счастье – это когда человек здоров, когда человек свободен, энергичен и, конечно, финансово независим. Я думаю, вы со мной согласитесь, ребята. Поэтому о продуктах я вам не буду говорить, а сейчас я вам, ребята, одну минутку поставлю обращение нашего президента, ребята. Обращение президента, друзья, к нашей компании русской, к нашей команде русскоязычной, друзья. Послушайте, пожалуйста, одну минуту. Вот мне нравится. Hello, Team Russia. This is Ben Glinsky, Приветствую вас, русскоязычная команда Skinny Body Care. На связи с вами Бен Глински, президент компании. Хочу поздравить вас и сказать, что вы делаете большую работу в вашей самой большой стране, где компания Skinny Body Care развивает свой бизнес. То, что вы делаете, просто удивительно. И наш с вами бизнес становится все больше, больше и больше.
У нас уже есть классные инструменты для работы. А в 2015 году, ребята, мы полностью переведем сайт на русский язык. Мы это делаем для того, чтобы вы зарабатывали еще быстрее, еще больше и на долгосрочной основе. 2015 год будет переломным годом для нашей компании, для Skinny Fiber и, конечно же, для русскоязычной команды. Поэтому еще раз поздравляю вас. Добро пожаловать на борт Skinny Body Kia. Вы приняли верное решение. Сообщайте мне обо всем, в чем вы нуждаетесь, потому что мы одна команда. Я помогу вам на пути к тому великому дню, когда мы увидимся на вершине. Пока, ребята! Замечательно, друзья. Я думаю, все увидели, услышали, ребята, да, как сегодня можно... Так, меня слышно, ребята? Поставьте, пожалуйста, десятки, если меня слышно. Ребята, меня слышно? Хорошо, а то я что-то вижу, что не работает индикатор. Значит, друзья, вот наш президент. Мне нравится, друзья, то, что... Это одна команда, то есть президент с нами вместе, ребята, в одной команде. И он сказал, друзья, что я сделаю, ребята, все для вас. Я сделаю то, чтобы вы сегодня с этой компанией изменили свой род, изменили свою жизнь, осуществили все свои мечты, друзья. Вот это сказал Бен. Давайте, друзья, я вам покажу сегодня буквально два продукта, да, что предложил Бен. Но сила, ребята, не в продукте. Сила нашего бизнеса, ребята, это в команде единомышленников, с помощью которой, ребята, в этой, скажем так, команде двигается продукт. Вот это важно. И для меня, как бизнесмена, ребята, вам важно сегодня показать, как можно простому человеку создать бизнес, ребята, с остаточным доходом. То есть один раз проделав работу, этот бизнес начинает кормить вас, ваших детей, внуков, и которые вы передадите по наследству. Вот это, друзья, важно. Посмотрите, друзья, на первый продукт. Skinny Fiber называется. Это 100% натуральный продукт. Биологическая активная добавка к пище, друзья. Вот это важно. И сегодня здесь все, что содержится, друзья, в этом продукте, это натуральные ингредиенты. 3 растения и 4 фермента. Что они делают, ребята? Понижают холестерин, нормализуют обмен веществ, нормализуют сахар, выводят шлаки, токсины из организма. А вы знаете, что к 20 годам каждый человек, друзья, уже накапливает до 8 килограмм шлаков, ребята, токсинов в толстом кишечнике. Это страшно. Поэтому наш продукт обеспечивает чистку толстого кишечника. Только из-за того, что здесь содержится глюкоманан. Друзья, все, что необходимо, как применять, вот я употребляю 2 капсулы перед обедом, 2 капсулы перед ужином, за 40-30 минут запивая полным стаканом воды. Все, друзья, этой баночки вам хватит ровно на 1 месяц. Но я, друзья, смотрю на эту баночку, как на инструмент, с помощью которого мы, ребята, меняем жизнь, с помощью которого мы осуществляем свою мечту. То есть понимание бизнеса, ребята, должно быть. А бегать, кому-то втюхивать или кому-то показывать продукт, мои партнеры знают. Кого я приглашал, я никогда не показывал ни один продукт. Вот это важно понимать. Следующий продукт у нас есть уникальный, ребята. Это сыворотка. Сыворотка Ageless называется. Власть над временем. Когда вы начинаете использовать эту сыворотку, ребят, вы начинаете... Молодеть, вы начинаете, ваши клетки обновляются, потому что здесь содержатся самые мощные в мире антиоксиданты. Здесь содержатся ягоды асаи, плоды годжи, нони, мангостина, красной капусты, черники, вишни ацерова. Здесь вытяжка из косточек винограда. Ребят, ну, редис красный, малина. То есть кладезь просто то, что подарила нам матушка природа. Вот это важно. А сейчас самый главный. Ребята, вот та часть, которую я люблю вам рассказывать, это план компенсации, который нам подарил Бен,
И за всю историю, поверьте мне, в индустрии сетевого маркетинга не было такого щедрого плана компенсации, который предложил Бен. Я вам, ребята, сейчас покажу то, что можете вы иметь, присоединившись к нашему бизнесу, ребята. Поверьте только в себя. Смотрите, вход в бизнес, друзья мои, он должен быть правильным вход. Если вы заходите именно с пониманием бизнеса, любой бизнес, ребята, должен каким-то критериям отвечать. Основной критерий – минимизировать убытки, максимизировать прибыль. Основной критерий – это извлечение прибыли, ребята. И, конечно, показатель – возврат ваших инвестиций. Так вот, друзья, мы будем правильный вход рассматривать только на золотой пакет, который не превышает $209.38. Но я вам не имею просто права не рассказать о других пакетах. А выбор, ребята, за вами. Мы вам не директора, мы вам партнеры. Партнеры, которые рекомендуют сегодня, ребята, жить по-другому. Рекомендуют сегодня делать вот эти действия. Ну а остальное, друзья, в ваших руках. Посмотрите, друзья, пакет рядовой. Одна баночка или одна сыворотка, на которую может человек присоединиться, но он невыгодный, друзья, неэффективный, не экономический, не для бизнеса. Эффективности нет. Ребята, больше усилий будете делать, больше времени тратить, и только потом начнете зарабатывать деньги. Поэтому я вам не рекомендую. Вот эта баночка, сыворотка или баночка имеет равную стоимость. 50 баллов, ребята. Есть внутренняя валюта у компании. Но когда вы заходите на этот пакет, он вам обойдется $85.72. Ребята, возьмите, пожалуйста, калькулятор в руки и просчитайте. Это вообще ноль экономии. $85.72. Второй пакет уже более выгодный. Вы заходите на серебряный пакет, две берете баночки, и третья баночка вам в подарок. Ребята, берете две сыворотки, и сыворотка вам еще третья в подарок. Друзья мои, посмотрите, $148 за 3 единицы. Первый пакет 85.72, второй пакет 148, но там уже 3 единицы. Ребята, важность в том, что вы находитесь в ранге квалификации серебряного партнера. Как будто вы уже проделали определенную работу и выстроили команду. А хотя бы только без 5 минут присоединились к этой супервозможности. Но, ребят, поверьте мне, я заходил на золотой пакет, и на этот пакет заходят 99,9% всех моих партнеров, ребята, на золотой пакет. Посмотрите, друзья, вы присоединяетесь не на одну баночку, не на две, а на три баночки, и вам компания еще дарит 3. Ребята, 6 единиц продукции. Вход в бизнес один раз составляет $209.38. Друзья мои, посмотрите, насколько уже экономически выгодный даже по себестоимости этот продукт, который вы можете подарить, который вы можете потребить, который вы можете продать, друзья. Но ценность в том, что с этого ранга золотого дистрибьютора на месяц вперед вас компания будет оценивать, ребята. Давайте перейдем дальше. На этом слайде показано, как выглядит вот этот золотой пакет. Вы его получите на почте, друзья. А теперь я вам покажу квалификации, которые карьерную лестницу, какую нам нужно пройти. Ребята, хорошая новость для вас. Я вам скажу, друзья, вокруг вас сегодня миллионы людей. Вокруг вас сегодня сотни людей, которые вас окружают. Ваши родственники, ваши друзья, близкие, ваши знакомые, ребята, сослуживцы, коллеги. Я вас учил, как правильно составлять сегодня список. Так вот, друзья, представьте, что у вас 300, 500 или 1000 человек в окружении. Тех людей, которых вы знаете. Друзья мои, я вам скажу, 0,3% от 1000 и 0,3%, ребята, от 1000, 3 человека, которых вам нужно найти, у которых есть желание, так же, как у нас, жить по-другому. Ребята, точно такое же желание, менять
наконец-то свою жизнь, а не работать сегодня за копейки, да, и непонятно вообще, даже не жизнью назвать, ребят, а просто вот это существование, это уже все, их уже, ну, не устраивает. И они приняли решение. Так вот, друзья, конечно, вы не остановитесь, но в нашем бизнесе с тремя единомышленниками, друзья, можете изменить жизнь, помочь им, и они тоже приняли, что из своего окружения хотя бы, да представьте, 300 человек, 1%, ребята, людей, которые нам нужны в нашу команду, ребята, только 1% от 300 человек. Посмотрите, друзья, как мы проходим карьерную лестницу. Дистрибьютор. Чтобы стать бронзовым дистрибьютором, пригласить трех своих друзей. Ребята, бизнес-отношений, бизнес-доверия, бизнес-друзей, я бы сказал. Вот единомышленников, людей, у которых просто желание помогать друг другу. Все, друзья, мы живем с вами в социуме. Мы должны взаимодействовать и помогать друг другу. Мы, приглашая трех, автоматически поднимаемся на ступеньку бронзы. Ребята, хорошая новость. Бен с этого месяца сделал для вас такие условия, которые не были раньше. Вот, например, для нас. Посмотрите, он сказал, ребята, делайте товарооборот, и вы поднимаетесь по карьерной лестнице со своими командами. Посмотрите, друзья, чтобы стать серебряным партнером, вам нужно сделать 600 баллов товарообороту. Все, ребята, и вы на ступеньке серебра. Но, как показывает статистика, у вас появляются вот эти ножки, ваши друзья, и какие-то друзья, они начинают очень активно строить этот бизнес. То есть у вас появляются лидерские веточки, скажем так. Ребята, так вот Бен нам пошел навстречу. Он сказал, если под вами появляется лидер, то вот от этой балловой стоимости, то есть вот этого ранга 600 баллов, вам нужно, чтобы кроме лидерской ветки было 50% в других веточках. Ребята, все. Неважно, кто у вас там, бронзы они или просто рядовые. Самое главное, чтобы прошел товарооборот. 300 баллов, все. И вы на ступеньке серебра. Золотой партнер, то же самое. Товарооборот общий по группе 3000 баллов. Но если у вас появляется лидерская ветвь, ребята, все, что вам нужно, это сбоку просто сделать товарооборот. Соответственно, 1500 баллов. Вот и все. Следующий ранг квалификации, платина, 10 тысяч баллов. Следующий ранг бриллианта. Ребят, посмотрите, как сейчас проще стать бриллиантом. Сделать товарооборот 50 тысяч баллов, простите меня, и вы бриллиант с командой, да? Но если у вас появляется лидерский нога, вот это вот друг, который, например, очень активно начал строить бизнес, неважно на каком поколении он находится, ребята, неважно, хоть он вам делает миллион баллов, миллион, но ваша задача понять, вот этот бриллиант, ребята, 50 тысяч баллов, значит 50% от 50 тысяч вам нужно сделать товарооборотов в других ветках. Вот и все условия. И неважно, будут у вас там платиновые дистрибьюторы, как раньше, или не будет. Ребят, это просто огромная благодарность от всего сердца нашему президенту, который сказал, я вам буду платить, ребята, еще больше. Я вам буду платить больше, чем в любой другой компании. Посмотрите ранг бриллиантов короны, друзья. Общий товарооборот 250 тысяч. Лидерская ветвь есть, значит, половина, опять же, 125 тысяч вы должны делать в других ногах. И самая верхняя карьерная ступенька – это бриллиант в короне, ребята, в королевской. Это миллион баллов товарооборота. И, соответственно, если у вас есть лидерская нога, значит, половина этого товарооборота – 500 тысяч вы должны делать с другими своими единомышленниками. Вот и все условия, ребята. А сейчас я вам покажу, друзья, только 3 бонуса из 9. На этом слайде 8, просто я не стал менять слайд. Друзья, у нас 9 бонусов, которые предложил нам Бен. Я вам покажу 3, которых не было, ребята, за всю историю индустрии МЛМ ни в одной компании. Посмотрите, друзья, бонус сразу начну с номера 3. Быстрого старта с глубиной до 5-го поколения, ребята. Что он дает, этот бонус? Если мы поняли, что одна баночка 50 баллов, а мы заходим на 3 баночки, это соответственно 150 баллов, значит и мы
уже заходим на ступеньку золотого предпринимателя. Мы дуплицируем систему, друзья. Посмотрите, насколько предсказуемый, ребята, бизнес, который, поверьте, риска вообще не имеет. Если мы уже видим вот эту картину, ребят, а я понял одно. Когда человек не видит в целом всей картины, какие действия ему делать, куда он идет, зачем он идет, ради какой цели идет, он ничего делать не будет. Но если мы видим всю картину, ребята, нам вот эта картина ясна, она у нас перед глазами, все, ребят, мы будем делать простые действия. И мы знаем, что мы добьемся своей мечты, осуществим свои цели, ребята, и поможем огромному количеству людей. Поэтому нужно, важно вот это все понимать. Посмотрите, друзья, золотой пакет 150 баллов. Мы зашли на него $209. 8 долларов, ребята, по первому бонусу я его пропустил. Вам сразу вернуться. $8 вы получите в первую пятницу после вашего месяца вступления. Вот так скажем. Кто зайдет в декабре, значит в первую пятницу января получит сразу 8 возвратных бонусов. $8, ребята. Ну, теперь смотрите, $201. Как они быстро возвращаются? Ребята, 56% от балловой стоимости предсказуемо, ребята, вам уже в четверг компания будет выплачивать на вашу именную карту, друзья. У вас будет вот такая карта, карта Пионер, и вам, ребята, все, что нужно, это начать сегодня делать простые действия. Успех – это знать, что делать и просто делать. Все, не надо ничего придумывать. Посмотрите, друзья, пригласили одного от 150 баллов 56%, $84. Вы сегодня присоединились, завтра сказали одному, послезавтра сказали второму и через еще день рассказали третьему человеку. Вы на этой неделе рассказали трем только людям. Ребята, вам в следующий четверг компания выплатит $252. Друзья мои, поверьте мне, что такой возможности нету больше вообще в мире ни в одной, никакой компании. Ни сетевого маркетинга, ни традиционного бизнеса. Нету, ребята. Чтобы можно было начать бизнес с $200, и вот этот возврат инвестиций, друзья, он предсказуемо нам уже возвращается, как мы только рассказали трем людям. Людям, которым мы хотим помочь. Мы их любим, ребята. Они нам верят. И все, что нам нужно, взять их за руку и повести, ребята, в этот мир, ребята. Мир других людей, других возможностей, другой стиль жизни. Вот это для нас очень нужно понимать. Мы берем и ведем, ребята. Кто сопротивляется, кто не хочет, отпускайте руку и говори: хорошо, моя сегодня задача тебя было провести. Ты не хочешь, значит оставайся, а я пошел. Все, помоги тогда мне и своего окружения, дай мне рекомендацию. И идите, ребята, дальше. Несите, ребята, эту возможность другим людям. Посмотрите на слайд. Повышается ваш ранг, ребята, повышаются бонусы. Таким образом, ребята, вы рассказали своим трем людям, вы можете рассказывать бесконечному числу людей, вам компания по рангу квалификации будет выплачивать такой процент. От 50 до 60%. Повышается ранг, повышается вам процент выплат. Ваши друзья, единомышленники, которым понравилась идея, начинают делиться и начинают рассказывать своим людям, кому они хотят помочь. Ребята, они зарабатывают 56%, вам компания выплачивает 4% уже пожизненного остаточного дохода каждую неделю. Они рассказывают вам 4%, если вы золотой. Если вы бриллиант, они рассказывают вам 8%. Вы рассказываете, вам 60%. Друзья мои, что еще нужно для того, чтобы сегодня понять, каким простым способом можно изменить свою жизнь? Вот мне удивительным образом, но я не понимаю людей, которые начинают сегодня, ребят, сомневаться в этой возможности. Но мы говорим, что это правда. Мы уже прошли путь. Ваша задача только прислушаться и делать то, что вам говорят. Вот и все. Таким образом, ребята, ваше второе поколение начинает рассказывать своим, вы получаете пожизненный каждую неделю доход 2%, если вы в ранге золота. Ранг повышается, значит процент ваш повышается согласно вот этому плану компенсации. Друзья мои, что еще нужно? На этом слайде я вам показываю свою, вот на верхнем,
первую неделю, когда я присоединился сам на золотой пакет и начал быстро, ребята, активно действовать, веря в то, что эта возможность нужна людям. Они ждут сегодня от меня эту информацию. А я присоединился, ребята, как видите на слайде, 28 декабря. Ребят, перед Новым годом, кому нужен какой-то бизнес? Поверьте, ребята, нужен. Неважно, Новый год, день рождения. Я понял, что сегодня я могу с этой возможности изменить вокруг себя мир. Ребята, но начал прежде всего с самого себя. Вот ваша сегодняшняя реальность, ребята, это от того, что как вы думаете, как вы думали раньше, что вы делали раньше, что вы говорили, как вы действовали. Вот вы сегодня и получаете вот эту реальность. Я вам говорю, ребята, хотите изменить свою жизнь? Давайте делать другие действия, простые действия. Завтра вы измените свою жизнь, потому что сегодня мы делаем что-то другое. Вот это важно понимать. Следующий бонус, о котором я вам хочу показать, друзья, бонус от вообще просто изменил у меня вообще понимание, потому что раньше я знал, какой маркетинг, ребят, либо классический, либо бинарный, потому что я когда был в компании, была простая классика. А этот, ребята, маркетинг-план, я могу приглашать любое количество людей. Любое. Мои партнеры абсолютно делают то же самое. Любое количество людей могут приглашать. Теперь, друзья, внимание. Все люди, мои партнеры, ваши партнеры, они будут заходить в три веточки. Каждый четверг новый партнер попадает, компания назвала такую матрицу. Ребят, вот кто был в матричных всяких проектах, это никакого отношения к нашему не имеет. У нас не матричный, ребят, не матричный маркетинг. Это один из бонусов. И вот этот бонус компания назвала матричная комиссия. Вот это нужно понимать. У нас классический маркетинг-план с тринарным построением. То есть наши люди все идут в три веточки. Внимание, друзья, что вы будете иметь? Вы активный партнер, приглашаете активно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Посмотрите на слайд, друзья. Ваши партнеры 1, 2, 3 заняли позицию, заняли первую линию. А ваш 4 уже идет переливом под вашего 1. Ваш 5 под 2, ваш 6 под 3, ваш 7 под 1 обратно. Друзья, первый начинает рассказывать своим друзьям, знакомым. Ему компания делает то же самое. Он приглашает, значит, первый человек встанет на вот это свободное третье место, а его второй, его третий человек зайдет уже переливом по четвертого и седьмого. Ребята, вот это все изменило вообще. Я вообще был в шоке, реально. Я приглашаю и я еще помогаю другим людям. Я приглашаю и постоянно мои люди куда-то заходят, помогают моим же партнерам. Друзья, смотрите, что это такое. Это просто бомба. Нету ни в одной компании в мире сегодня такой уникальной возможности. Помогая другим людям, ты еще помогаешь и себе. Это по другому бонусу. Но посмотрите, что это такое. С первой, второй, третьей линии 2% пожизненного вам ежемесячного дохода. От чего, друзья? Смотрите, что нужно сделать. Присоединиться на золотой пакет, начинать рассказывать об этой возможности с другим людям и не забыть, ребята, в месяц выписать вот эту баночку. Но вы же ее уже выписываете бесплатно. Это вам компания будет платить от вашего бизнеса вот эти огромнейшие деньги, друзья. Каждую неделю, каждый месяц, каждый квартал у нас очень много бонусов. Посмотрите, ребята, первая, вторая, третья линия только по этому одному бонусу вам приносит от одной баночки, ребята, этот бонус от одной баночки. Вам просто не забыть выписать вот эту баночку. Забыли, не выплатили. Не забыли, вам компания выплачивает все бонусы. Ну что это сложно сделать? Конечно, легко, друзья. Очень просто. Поверьте только в себя. И начните делать, что вам говорят. Четвертая, пятая, шестая линия 3%. Седьмая, восьмая 2%. 10 366 американских долларов от того, что мы только рассказали трем людям. Они рассказали на следующей неделе своим трем или на следующий день. Прошло 7 повторений, 7 недель, 7 дней, 7 месяцев.
Ребята, только мы рассказали трем, и они повторили 7 раз. Этот один чек вам будет приносить от того, что вы выписываете одну баночку, ваши 3 друга выписывают одну баночку, их 3 друга выписывают одну баночку, вы получаете в месяц по одному только этому бонусу 10 366 американских долларов. Друзья мои, у меня идут мурашки по телу. Что еще нужно? А я вам скажу, сейчас у вас пойдут мурашки по всему телу, потому что это самый маленький чек, ребята, в этой компании. Смотрите, какой самый большой чек. Все люди, которые могут иметь вот этот чек по команде, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то 10 тысяч, кто-то 100 долларов, кто-то 5 тысяч долларов, кто-то 500. То есть, ребята, внимание, от всех людей, кому вы рассказали, кому они рассказали и так далее, вплоть до 7-го поколения, вам компания будет выплачивать пожизненно, ежемесячно. Вот этот бонус, который называется бесконечности, Infinity Matching Bonus на английском. Ребята, посмотрите, я когда смотрел, я реально был просто в шоке. Я реально, меня колбасило 3 дня, я просто не мог уснуть. Я думал, что это неправда. Ребят, правда, я вам скажу. Посмотрите на слайд. В зависимости от вашего ранга, от их чека, вам компания выплачивает чек. Покажите мне в мире хоть одну компанию, где такое возможно. А я вам, ребята, еще скажу. Самое основное, что вы не поняли, друзья, вот в этом бонусе, который у нас называется матричная комиссия, ребят, на самом деле, если вы активный, пригласили человека, например, на 1-е место, под него зашел 4-й, 7-й и так далее, первый ваш человек никому не рассказал, а 4-й и 7-й, и вы еще под него пригласили 9-го человека, да, они начинают дальше рассказывать об этой возможности своим людям, ребят, ваш вот этот первый человек по этому бонусу будет ежемесячно, пожизненно получать вот этот доход. Он покупает одну баночку до 6-го поколения, 1618. У него закрывается 7-я, 8-я линия, он покупает золотой пакет, ему компания выплачивает 10 466 американских долларов. Ребята, от того, что вы когда-то под него поставили своих людей. Но я вам скажу, ребят, не надо вот ему сидеть молчать. Он только по этому бонусу будет иметь вот этот чек. А если он начнет действовать, друзья, вас его ждет, конечно, огромный успех. И быстрее он осуществит свою мечту. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы здесь было понимание бизнеса. Сидеть невозможно. Если вы хотите стать счастливыми, поделитесь счастьем с другими людьми. Вот это важно. Ребята, посмотрите, до 100% компания будет выплачивать только по одному этому бонусу. Все, друзья, со 2-го поколения до 50, давайте представим, вы пригласили 10 человек, они заработали по 1000 долларов. По 1000, ребят, 10 тысяч долларов. Вы, например, в ранге даймонда, вам компания выплачивает 9 500 долларов. Ваши люди заработали только по 1000. Друзья, они пригласили 10, пусть по 5, 50 человек. Друзья, 50 человек заработали, ну, по 1000. Вам компания выплатит по вашему рангу 45%. Друзья, что еще нужно, ребята, для понимания? Вот это нужно осознать и понять, ребят. Отсюда уйти невозможно. Кто это понимает, кто начинает действовать, и у кого, ребята, вот именно вот этот огонь желания на изменение своей жизни очень горит внутри. И, конечно, он начинает делать вот такие простые действия. Я вам, ребята, показал 3 бонуса. Этого достаточно для понимания, очень достаточно. Поэтому давайте с вами перейдем к тому, что сегодня, ребята, самый ресурс, который невозможно восполнить, это время. Ребята, время молниеносно. Я вам сказал, что с армии я пришел уже все, 23,5 года прошло. Ребят, жизнь пролетает. Но мы сегодня, если не начнем брать в свои руки, если не начнем сегодня делать то, что другие не хотят делать, ребята, а если мы начнем делать, мы завтра будем жить так, как другие не смогут жить. Поэтому, друзья, тем людям, кто сегодня начинает действовать и действует, ребята, завидуют большинство вот этих неудачников, которые просто наблюдают. Ребята, я хочу, и я вас
верю в каждого из вас. Вы, ребята, родились на этой планете, вы победители, вы уже преодолели какие-то препятствия. Ребята, новая жизнь рождается, когда через препятствия, когда проходит какие-то препятствия. Ребят, в нашем бизнесе препятствия это какие? Это мы сами, это наши мысли. Мы иногда сами придумываем. И вот это наши страхи, они не происходят. Но мы, ребята, сегодня должны сделать шаг. Дорогу осилит идущий, друзья. И сегодня самое лучшее время. Мы родились в самую лучшую возможность, ребята, изменить свой род. Вот и помочь огромному количеству людей. Поэтому, друзья, примите решение и начните активно действовать. Поэтому, друзья, я вам вот этого желаю. Без победы над собой, ребята, нет победы нигде. Ни в спорте, нигде, ребят. Вот это важно понимать. Ну что, друзья, скажите, как вам эта возможность? Все ли увидели эту потрясающую возможность? Ответьте, пожалуйста, вот кто ставил единички? Первые вот люди, которые пригласили, ребята, поставьте тоже единички. Как вам эта возможность, ребята, простыми действиями изменить свой род, изменить свою жизнь? Поставьте, пожалуйста, единички, кто меня услышал, друзья. Кто меня услышал? Замечательно, ребята. Значит, мы с вами на одной волне. Значит, мы понимаем, что мы хотим и куда мы идем. Ребята, помогая друг другу. Ну что, друзья, давайте вместе с вами расскажем миру о нашей замечательной возможности, о компании SkinnyBodyCare. Люди, ребята, по всему миру хотят быть стройными, хотят быть счастливыми, ребята, хотят быть свободными, хотят стать финансово независимыми. Вот это важно. У нас есть, ребята, продукт, у нас есть бизнес-модель. И мы можем помочь реализовать их амбиции, наших друзей, знакомых, и помочь им осуществить их мечты, друзья. Вот это важно. Ну что, друзья, я вас приглашаю. И, конечно, приглашаю в нашу дружную команду Team Diamond, ребята. Ну а сейчас, конечно, ребята, поставлю вам веселенькую песню, потанцуем. Все супер, ребята. Всегда должны быть на позитиве, всегда смотреть только в свое будущее с оптимизмом. Все, друзья, я говорю вам до свидания и желаю вам веры в себя и, конечно, успехов, ребята, и больших здесь чеков. Спасибо, друзья. С вами был Владислав Четыряков. Пока-пока, друзья.